снимаю видеоблог. Итак, дорогие друзья, мы находимся на курорте, не будем говорить его название, которое не очень положительно относится к фрирайдерам. В общем, сегодня 6 апреля, нереально крутой день, конкуренция за снег уменьшилась... Большая. Нет. Врет. По сравнению с зимой конкуренция за снег уменьшилась в разы, и споты, которые зимой раскатаны за час, сейчас до сих пор в отличном состоянии, не раскатаны. Так что сейчас 12 часов, и мы до сих пор кайфуем. Для апреля это прекраснейший день. Погнали? Какое сегодня? 5 апреля? Или какое? Да пофиг. Банганули, банганули.